А почему ты сегодня нервный? Запутались мы в своей лаборатории. А что такое? Ну вот ты, партийный руководитель. Рассуди. Конструировали мы колесный редуктор. Ты хоть знаешь, что это такое? Ну, знаю. Очень хорошо. Ну вот, делали его все вместе, всей лаборатории. А я додумался до лучшего варианта. Вот теперь испытывают оба, мой и общий. А пока шли испытания, наш заведующий лабораторией додумался до третьего. Еще лучше. Но это уже не раз предложение, а изобретение. Ну вот, составил он заявку, а нести не хочет. Понимаешь? Не понимаю. Говорит, неэтично. Да ваш зафлап хороший человек. Он не хочет на чужих костях карьеру делать. Правильно. Но как быть? А ты как считаешь? Ну, если заявка завлаба лучше, надо, чтобы прошла она. Ну, вот и нажимай на него сам. Облегчи ему это дело. Вот и будет этично. Жмите на него всеми способами, и точка. А что колеблется, это побольше бы таких колебаний. Слово неэтичное — это хорошее слово. Вот в жизни бывает так. Хороший человек с плохим схлестнется. Это еще не самое сложное. Тут кто кого осилит. А вот когда у двоих хороших людей интересы сталкиваются, вот тогда трудно.